получаю новый автомобиль. Это довольно-таки радостное событие для Криворожской станции скорой помощи, которая с прошлого года вошла в областной центр медицины катастроф. Автомобили современные, быстрые, удобные, для водителя очень комфортные. Потому что если сравнивать до этого работу на «Газели» и нынешние автомобили, это, конечно, разные вещи. Для медицинского персонала вообще хорошо. Они могут встать в полный рост и во время движения оказывать медицинскую помощь. Вообще очень довольны тем, что пришли 12 автомобилей. Ждем и надеемся на то, что еще будет пополнение, потому что парк, конечно, устаревший. Машины очень хорошо оборудованы. Оборудования очень много. Кардиограф. Счастливый? Очень. Я бачу по глазам. Thank you.